Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, не зря звучала эта песня, потому что в первую очередь сегодня поздравляю тех, для кого не пустой звук праздник с днем День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В первую очередь поздравляю именно с ними, я знаю, здесь очень-очень много, наверное, подавляющее большинство тех, для кого это не пустые звуки, не пустые слова, не пустое наименование. Я как-то вот думал, почему для меня дорог этот праздник. Посчитал, я служил в Советской Армии, служил в Белорусской Армии. Получилось по календарям ровно пополам. А потом что-то я вот прикинул и понял, что служил-то в Советской Армии гораздо дольше, со своего самого рождения, потому что с самого рождения я жил там, где служил мой папа, куда бросала судьба моих родителей, по гарнизонам Советского Союза необъятного. И кроме как Советской Армии я больше ничего не видел. Иногда мы выезжали на Большую Землю, в Питер, откуда мама родом, или в Горький, откуда папа родом. Я возвращался в Казахстан, к примеру, и хвастался одноклассникам, что я видел молоков в треугольных пакетах. Вот, у нас только из-под коровы было, у казахов там мама где-то брала, и я его очень не любил. А еще я говорил, что я ел батон, вот, потому что у нас была солдатская пекарня, и был только черный хлеб. Вот это все была Советская Армия, и это очень теплые воспоминания именно о том времени, когда нашу армию, наши вооруженные силы уважали, если хотите, боялись. Ну, я думаю, что сегодня как-то в каком-то виде, в каком-то приближении эта ситуация уже начинает возвращаться. Дай бы Бог, чтобы так и было. Сложно, конечно, и, наверное, вряд ли в том объеме, в каком это было, в тех позициях, но тем не менее. Еще лет 10-15 назад мы даже как бы не думали, что получится так, как сегодня. Было как-то совсем все печально. Ну ладно, у нас сегодня как-то, я вспомнил этот великий фильм, где Кузнечик говорит: «Сегодня вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки к нашим соседям». Я, в общем, хотел бы, чтобы вы это воспринимали действительно где-то примерно так. Да, у нас праздник, но у нас действительно посиделки. Потому что, ну, праздник, я... Для меня дорогого стоит, что вы сегодня сюда пришли, что вы не дома сидите, не в каких-то компаниях там у друзей, соседей или где-то в ресторанах, а пришли именно сегодня здесь вот пообщаться. У нас действительно вот такие посиделки в честь этого замечательного праздника. Конечно, я всегда говорю, песен у меня не очень много веселых, и, наверное, больше все-таки каких-то таких относительно серьезных или даже грустных. Ну как есть, все равно, я думаю, что вы сегодня будете улыбаться, и мы неоднократно поднимем рюмочку за нашу советскую родину и за нашу Красную Армию. Опять стучат колеса, считай километры, меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры на автомата Сталя. Надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль моя судьба дорога. Приют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях промокшая рубашка. Мой цвет один защитный, мой спутник автомат, лишь он надежный щит мой. Да несколько гранат. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептал я тихо: «Мама,
Мама, я вернулся, мне надоела фляга с водой или с коньяком, подай-ка лучше, мама, мне кружку с молоком. Я возвращаюсь в дом, как с улицы котенок. Не воевать потом. А здесь я как ребенок. Вы можете спокойно гулять хоть до рассвета. Быть может, где-то войны, но это только где-то. Хранят вас наши руки, нас не судите строго, ведь нам одни разлуки. И вечная дорога не надоела по миру носиться. Нечасто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептала тихо: мама, мама, я вернулся. Опять стучат колеса, считая километры. Меня по жизни носят дороги разбитых, ветры на автомата сталя. Надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль. Моя судьба дорога, моя судьба дорога, моя судьба дорога. Спасибо. Раз в году, наверное, пою эту песню, 23 февраля. Это очень старая вещь, которую я написал еще будучи курсантом военного училища. Мне кажется, такой достаточно, может быть, примитивный, не знаю. Но тем не менее, кстати, это была первая песня, которую я однажды, будучи то ли лейтенантом, то ли старшим лейтенантом, услышал на вокзале, на перроне. Около путей стояли какие-то курсанты с гитарой в советское время, и они пели эту песню. Я был такой гордый. И, ну, вот просто чудом я не подошел, и как-то лягушка, это я придумал. Вот, февраль месяц. Неделю назад у меня был концерт в Минске, ровно 15 февраля. Военные знают, и не только военные, что это за дата. Это годовщина вывода советских войск из Афганистана. Вот это, наверное, первая самая такая шумная война в истории советской армии. Шумная в том плане, о которой много говорили, и даже и на сегодняшний день продолжают говорить, которая действительно засела в сердце, ну, я даже не побоюсь сказать, народа нашей страны, а уж о тех, кто прошел афганское вот это и небо, и землю, и горы, это осталось на всю жизнь. Ну, поэтому, наверное, как-то не могу обойти эту тему, и спою следующую песню. Но с приказами гонец, и моей войне конец. Я живой и не остался я в долгу. Надоели мне юга, здесь прострелена нога. Я смотреть на эти горы не могу. Я, наверное, устал, я свое отвоевал. До Москвы попутный борт меня возьмет. Да поеду на вокзал, я с войной завязал. Я на север еду, вряд ли все, кто поймет. Через каждую версту я все фляжечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел, да поезд шел на Воркуту.
ним ругались, а в блокноте адресок, и пульсирует висок. Я не знаю, как же мне туда войти, увидать чужую мать и про сына рассказать, как на той войне сошлись у нас пути. К ней и так уже с венком приходил сам военком, и заученную скорбь нам молвил речь, мол, сынок у вас герой и за родину горой, но простите, не смогли его сберечь. Через каждую версту я всю фляжечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел на Воркуту. С ним ругались целый год, он был парень еще тот. Я чувствую под арест его, гудбай. Он не брал по козырек и патроны не берег, не путевый был и в общем раздолбай. Он колючий был как ежич, и что потом штык нож, и без повода порой всех матом крыл. Он был просто в рядовых, но в горах на боевых он от пули той меня с собой закрыл. Мир навек сошел с ума, на душе стоит зима, и меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, а медаль и орденок не заменят мне погибших там друзей. Сердце больно бьет тик-так, я себя сожму в кулак, я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика и дорога далека, от себя не убежать мне, хоть убей. Через каждую версту я всю флешечку карту. Паровоз кричал ту-ту, поезд шел на Воркуту. Спасибо. Третья песня. Я всегда ее пою, знаете, в памяти тех, кого с нами нет, тех, кто ушел в последний полет, на последнее задание. К сожалению, всегда говорю, что так было, есть и, к сожалению, будет, потому что летная работа, она предполагает вот такую возможную судьбу. Мы сегодня встречались здесь вот в зале до концерта с многими друзьями, вспоминали для тех, кто даже недавно ушел на это последнее задание, к сожалению, в конце там прошлого года. Это было два очень серьезных вертолетчика в 55-м вертолетном полку в Кореновске. И не только. Я всегда думаю, какую песню спеть. Ну, сегодня все-таки я решил, наверное, более традиционно сделать это. Песня памяти Игоря Ткаченко и всех летчиков, ушедших на последнее задание. Я потом скажу, почему я сегодня успел. Ну вот и все. На новом месте служба. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашим. Но суров, а здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Ясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы.
и небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными, нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок, заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а вот нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе, у нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам, стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коли они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожным, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете равны все. Летеха и Главком, здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Уточкин с одесским юморком, а Вася Сталин, ну тот особняком, шумит нам про исправность всей матчасти. При папе, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю на входе гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожно, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно. Теперь уже можно. Нам уже можно. Для меня сложно было спеть эту песню сегодня, потому что в зале мы очень близкие друзья. Это Галина Ткаченко, жена Игоря, и сын. Русский Витязь Игорь Ткаченко, тот, который сегодня продолжает делать целую вещь, здорово продолжает. Вот. Ребята, спасибо, что вы пришли, дорогие мои.
И очень много пришли из тех, кого я очень бы хотел здесь видеть. Да я всех хотел здесь видеть. А следующая песня, вот, ну, я упомянул об годовщине вывода из Афганистана. Ну вот в Беларуси, я точно не помню, в России тоже эта увязка в этом есть, но точно не скажу. 15 февраля, это, как сказать, как день вывода войск из Афганистана, там, ну, праздник интернационалистов, во всех, кто участвовал в войнах и конфликтах, которые проходили за рубежом. Я не помню, как у нас это точно называется, но действительно там у нас на острове Слез собираются люди, которые воевали, ну, я не погорячусь, если скажу, черт знает где. Потому что, ну, около полусотни стран, где Советский Союз, впоследствии Россия, принимал участие в каком-то, в том или ином виде в боевых действиях. Сегодня это тоже происходит, об этом поговорим. Я даже помню нашего преподавателя тактики, училище полковник Журавлев. Он все время, мы такие все в зеленой форме, а он такой в черной морской пехоты, полковник маленький. Нагонял нас, как вообще, не знаю, 10 километров пробежимся с оружием, и он тоже говорит, хорошо, а мы такие, а-а-а. Вот, он только в Африке воевал, в 5 странах, как потом оказалось. Ну, тогда об этом не очень принято было говорить. Так вот, насчет Африки. Следующая песня, это песня моего очень близкого-близкого друга. Он живет в городе Лида, где я начинал свою службу лейтенантом. Это Сергей Герасимович, он воевал в Мозамбике. В 87-м году, там где-то вот, был военным переводчиком. Так же, как и его однокашник Сергей Зенченко, он воевал военным переводчиком в Анголе. Именно воевал. И, ну, вот я почему Зенченко упомянул, Сергей автор вот этой песни, а другой Сергей Зенченко, он дизайнер всех моих дисков. Диски, кстати, там сегодня продаются все те же старые, но тем не менее, он дизайнер. И мы как-то с ним общались, мы в Минске недалеко друг от друга живем. И спустя вот, ну, уже вроде друг друга знаем, черт знает сколько. Он говорит, да вот, ну вот мы когда в Анголе были там, мы соседями были с нашим самым главным начальником. Такой мужик интересный был, с более такой, вообще совершенно неожиданной фамилией Кук. Вертолетчики, я думаю, насторожились. Это был именно тот Кук старший, вот, он тогда был военным советником. И так вот получилось, да, что я в прошлом году их, ну, как сказать, не то что вновь познакомил, а свел, и вот, ну, надо же, насколько мир тесный. И сегодня там в Анголе военным советником тоже мой очень близкий, хороший друг, один генерал, не знаю, не буду называть его фамилию, летчики его знают, мало ли, может, нельзя там или как. Да, ну, песня вот на эту тему, это Южное полушарие, там другие созвездия. Если у нас главное, образно говоря, Большая Медведица, то там Южный Крест, ну и песня так называется. Над головой Южный Крест, совсем не русское созвездие, сюда доходят редко вести из белорусских наших мест. Нещадно солнце спины жжет, мы скоро станем местным, братья, пока нас делят только платья, консервы и большой живот. И будет сниться нам года, свинина в соусе котлета, у нас щадящая диета. Три пайки риса и вода экзотика, хоть волком вой. Да нет волков здесь и в помине, кругом слоны и мандарины. И лишь петух здесь вроде свой. Здесь все шевелится, жужжит. Удавы выстроились в марше, нельзя послать их всех подальше, и надо как-то с ними жить. Березы видим лишь в кино, а за окном кокос на пальме, но он висит бесплодным камнем.
Его срывать запрещено по вечерам. Письмо жене, мол, жив-здоров, и все спокойно, а на столе лежит обойма. И на войне, как на войне. И на войне, как на войне. Над головой южный крест, совсем не русское созвездие. Сюда доходят редко вести из белорусских наших мест. Из белорусских наших мест. Из белорусских наших мест. Спасибо. Но если кто-то смотрел на сайт нашего замечательного вот этого заведения «Гнездо Глухаря», собираясь на этот концерт, то, конечно же, видели название этого концерта. Заведение его само как-то так вот определяет, и я скажу, за те долгие годы, сколько я здесь выступаю, они как-то не ошибались ни разу. И меня всегда удивляло, с чего они вот именно вот считают, что концерт должен называться именно так. Сегодня концерт называется, по их определению, «Мы гвардии, летающая стая». И я думаю, что мы действительно, вот эта вся вот эта гвардия, которая здесь собралась, это действительно гвардия, которая неравнодушна ко всему, что летает, все, кто хотят летать. И самое неожиданное для меня, что сегодня для меня неожиданно здесь появились в этом зале те, кто действительно летает, и те, кому посвящена песня, которая стала названием сегодняшнего концерта. Это наша замечательная Кубинка, пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Да, они не смогли сюда прийти в полном составе, но где-то там, я знаю, находится Сергей Щеглов, командир пилотажной группы «Русские витязи». Не знаю, встал или не встал, да, может, кто-то может рукой, просто, не знаю, сегодня свет здесь поставлен так, немножко по-другому, чем раньше, вот, поэтому я не всех вижу, практически никого не вижу. Знаю, где-то вот там, по определению, должен находиться заслуженный военный летчик России, полковник, заместитель начальника центра показа авиационной техники и ведущий пилотажной группы «Стрижи» Сергей Осяйкин. Есть он там что-нибудь? Думаю, что есть. Раз аплодисменты раздаются, значит, есть. Вот. Люди, которые для меня очень близки, я бы не стал говорить там по духу какому-то авиационному, просто ну вот с годами, а это уже очень долгие годы, долгие, но они мне как родные. Для меня большая честь, что они говорят, ты вообще наш. Вот. Ну и, собственно говоря, ну о чем говорить. Вот эта песня, которая сегодня названием нашего концерта является. Раз, два, три. Нас сравнивают с птицами, пустое. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постое, а птиц мы любим, только не по курсу. Мы выпали из летных наставлений и, может, улыбнемся их листая. В театре пилотажных представлений мы вместе, словно маленькая стая, и верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо мы в строю застыв, нам разрешают делать все по краю. А срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающие стоим. Каскад фигур и перегрузки душат, и в общем тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши настойчиво твердит, что все предельно. Пусть даже смог, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному, не врут. Здесь крылья, как друзей, надежные плечи,
А в двух руках две ручки рус и рут, и двигатели голос не сорвут. Вращаем мы в строю застыв, нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное летая, мы гвардии летающая стая. Нас в разных странах ждут аэродромы, на полную везде работать будем. И после, как всегда, вернемся к дому, а тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардейский полк, навеки наша память, Иван Никитич Козюдуб, он с нами вечно. Дай Бог успеть нам в небе след оставить, ведь летный век до пули скоротечен. И распуска мы крикнем вам до встречи! Та-да-да-да-дам! Та-да-да-да-дам! Та-да-да-дам! Та-да-да-да-дам! 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 Разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное летая, мы гвардии летающая стая. Гвардейская летающая стая, мы гвардии летающая стая. Спасибо. Я просто рад, что они сегодня пришли, потому что я их все время вспоминаю на том мероприятии, которое будет через 3 месяца здесь, 8 мая, этот концерт традиционный ко Дню Победы. И мне всегда некоторые, ну вот, есть люди, которые сюда приходят и спрашивают насчет тех, а кто придет сюда. Ладно, я даже скажу сегодня очень... Самое большое количество вопросов было, придет ли сюда Светлана Владимировна Капанина. Вон она где-то там есть. Света, милая, дорогая, спасибо, что пришла. 7-кратная абсолютная чемпионка по высшему пилотажу, чемпионка мира. Я уже все остальное не буду говорить, потому что мы можем до конца концерта говорить. Вот, она только сегодня прилетела в Москву. И говорила, Коля, я не знаю, успею или нет. Она успела. Светка, спасибо, что ты пришла. Мы сегодня с тобой еще обо всем поговорим. Я думаю, что ты еще и на сцену выйдешь. Вот. И также очень многие интересовались и интересуются, а будут ли русские витязи, стрижи. И вот 8 мая всегда говорю, о чем вы говорите? 8 мая, они сегодня все спят. Может, я немножко кривлю душой, но они реально, в общем, где-то так готовятся к 9 мая. Поэтому, ну вот, я думаю, что многие из тех, кто сегодня здесь присутствует, будут на этом концерте, который состоится ко Дню Победы, и мы тут и выпьем, и помолимся за то, чтобы и погода не подвела, и мужики сделали все как надо, и прошли над Красной площадью. В этом году это будет 150 бортов, просто, ну, такого никогда не было, дай Бог, чтобы все случилось так, как это надо, штатно. Не знаю, я очень забегаю вперед, вот. Я, наверное, несколько бессистемно говорю за микрофоном, у меня есть такое. Следующая песня. Я вот сегодня очень многих поздравлял и по телефону. Меня очень многие поздравляли. Я все время как-то удивляюсь, говорю, 23 февраля у меня гораздо больше звонков, чем день моего рождения. Я многократно заряжаю телефон, это начинается с ночи, потому что Дальний Восток, у них там утро, когда у нас ночь, они начинают звонить. Вот. И иногда удается дозвониться меня тем, и причем с годами это все сложнее и сложнее, кто находится немножко южнее. Те, кто сегодня, вот я и в интернете писал, что всех поздравляю с этим сегодня праздником, и в первую очередь тех, кто сегодня охраняет наше мирное небо. Его можно охранять не только здесь, но гораздо дальше. Вот. И военные это понимают в первую очередь. Если кто-то думает, что
непонятно, почему наши летчики, и не только летчики, далеко не только летчики, находятся на южных каких-то там местах. Я думаю, те, кто сегодня здесь в зале, они это понимают, для чего это делается. Вот, я, конечно, им желаю, чтобы они все вернулись, чтобы... И я знаю, что в зале здесь есть те люди, я просто персонально многих знаю, но не буду называть, потому что все равно у нас идет запись какая-то, сегодня прямой трансляции нет, вот, но она все равно появится когда-то там в интернете. Есть определенные правила. Но мы о них помним, и дай Бог им здоровья, и дай Бог, чтобы они все вернулись. На родине метели, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты экстра-класс. Удобства снаружи бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржую не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом не пинета, этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, который месяц не до сна, и не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры 200, духи все в окрест. Прицельный маркий тонкий крестик миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому. Нам в этом не пинета, этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто very good, летать по много им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть убей. Нам жить в половину и к выстрелам в спину. Минуют нас по воле фарт, смерти холодок. Года спустя полетные карты, выцвевший листок, напомнит нам до боли ярко ближний, но далекий столь восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом не пинета, этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению.
по самому прямому назначению, по самому прямому назначению. Спасибо. Ну, не уходя далеко из тех мест, не все ж так, в общем-то, сурово, хотя как бы интересные там вещи происходят иногда. Я могу рассуждать на эту тему, потому что я за вот этих уже, даже диву даешься, 3,5 года, даже, наверное, чуть-чуть больше, 4,5, в конце сентября будет ровно 5 лет, как наша группировка там работает. Честно говоря, ну, не верила, что это все затянется настолько, но, к сожалению, так. И сегодня там вообще очень обстановка такая обостренная. И, ну, не знаю, может, я такой военный и ненормальный. Я иногда ночью дома просыпаюсь и нервничаю. Ну, честно говоря, потому что очень много близких и знакомых мне людей там находится. Я 15 концертов там дал за эти годы, и самые большие впечатления были именно после крайней поездки. Вот, ну, собственно говоря, по этому поводу следующая песня, как это у нас пишут в кинофильмах, основана на реальных событиях. Все фамилии, события и персонажи имеют совершенно случайное сходство. Возможно, упоминание употребления спиртных напитков и демонстрация курения табачных изделий. Ну, короче, 18+. Песня называется «Неотправленное письмо» или «Маша 2», эпиграф из известнейшего фильма. Обратно пишу вам. Любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, как будто наш кот Васька на завалинке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываю. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам, дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности, согласен. Идем себе по пескам, я ни о чем не вздыхаю. Так что вам зазря убиваться не советую, напрасно это занятие. Привет, моя любовь. Родная Маша, сижу в роскошной кимбе у оконца, и как товарищ Сухов в белом солнце, пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Здесь точно солнце, белое пустыни, живем спокойно, иногда летаем, а так все, загораем, отдыхаем. Здесь апельсины вкусные и дыни, и солнце, Маша, белое в пустыне. Как лагерь пионерский, распорядок, кино, концерты, всякие артисты. Уютно здесь, спокойно все и чисто. Полиция следит, чтоб был порядок. Вот лишь война не любит распорядок. На женщин я ни-ни, хоть обозваться. Медсестры Маша могут здесь по роже. Отряд их медицинский огорожен. Ведь я же не обманываю, братцы. Забор такой, что к ним не подобраться. Па-п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 а
Здесь мне устроить ужин со свечами. Шалят у нас тут Маша, Бармале. И так не спим, а эти, блин, злодеи игрушки запускают к нам ночами со всякими опасными вещами. Жаль, ночью поднимают, вот досада, когда кому-то станет слишком жарко, тогда нам срочно грузятся подарки
И мы их разгружаем там, где надо. За это где-то раздают награды. Награды где-то выше ожиданий. Они для тех, кто на день прилетают, построят, пошумят, повоспитают и дырочку на грудь без колебаний. А мы привозим дырочки с заданий. У нас вчера здесь был концерт в ангаре. Анисимов напел про нас немало. Мужик прикольный, только в плен попал он. Полиция здесь, как всегда, в ударе. Нашли там у него коньяк в гитаре. Па-п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 а. А у меня бы не нашли. Артиста где-то заберли поспешно. Нам указали место по секрету. Стояли насмерть красные береты. Но был певец освобожден, конечно. Прошла вся операция успешно. Потом разборки, словно мы из НАТО. По полной все по шапке получили. Но главное, артиста мы отбили. И значит, он еще споет когда-то. Ну а пока нам вновь лететь куда-то. Одну команду дать войне, отставить. Налить борща и выпить чарку водки. И на закуску с лучком селедки. И песенку про летчика поставить. Мне это, Маша, трудно и представить. Привет, моя любовь, родная Маша. Сижу в роскошной кимбе у оконца. И как товарищ Сухов в белом солнце, пишу тебе в уме о жизни нашей. Привет тебе, моя родная Маша. Интересно даже, что мне некоторые в интернете написали: Анисимов, у тебя могут из-за этой песни быть проблемы. Однажды среди вот этих моих полетов туда и выступлений, ну, я выступаю перед летчиками, и прилетаю я, и встречает, естественно, меня вообще мой очень-очень близкий друг, он где-то здесь находится. Вот, и он меня возит, будучи там серьезной относительно должностью, по там стоянкам летным, я выступаю на аэродроме, тут приезжает, вернее, какой-то майор: а почему, что вы здесь делаете, вы должны там выступать перед моряками на военно-морской базе, Тартус там. У меня нет песни «Я моряк», у меня есть песня «Я летчик». Вот. У вас будут проблемы. Ну и вот мой близкий друг, Сережа, я скажу, что здесь, да, Сергей Соков. Его все равно все знают, он комментирует Макс. И сегодня он уже не в Кубинке, а в более там других краях, более западных. Вот. Вас сюда больше не пустят. Я говорю, да, командующий об этом сказал. Ну, командующий, может, и сказал, меня сюда все равно привезут. И так дальше и было, меня туда возили и возили. Вот. Хотя, конечно, вот крайний раз, вот о чем эта песня, я сказал: все, ребята, мне хватит, я сюда больше не прилечу. Меня очень здорово там встречали авиаторы, и вот, ну, такая действительно была ситуация, ну, такая более чем странная и непонятная. Но вот уже прошло определенное время, я думаю, так, пора. Не, ну, действительно, там просто вот, ну,
работают, работают те, кого надо поддерживать. Потому что они делают большую работу. Это не высокие слова, это опасная работа. Особенно сегодня, если кто-то видел в интернете, пускали по ЗРК там, после 24-го, который на низкой высоте шел и уходил от этой ракеты. Если кто-то знает, как, к сожалению, там опять же месяц назад 5 человек погибло из спецназа ФСБ. Вот, и... Но это все непросто. Опять же, возвращаясь к этой авиационной работе, она разнообразная, она везде опасная. Следующая песня, я просто, ну, я ее планировал петь. Должны были приехать мои друзья сегодня сюда, но и у военных, и даже не очень военных, вернее, совсем не военных. Те, кто летает, у них работа такая, что сегодня он думает, что он придет на концерт к Анисимову, а завтра он пишет, тоже нас отправили. Следующая песня, я помню, на прошлом концерте я думал спеть, будучи уверенным, что мои друзья сюда пришли, которые, ну, которых я 100 лет не видел. Левые, я вас вижу. Вот, мне свет светит, но они должны были быть на прошлом концерте. Сейчас вот здесь Анна и Олег Левые, это, ну, мои близкие друзья, летчик-испытатель сегодня Туполевского КБ, до недавнего прошлого самый главный по службе испытаний бомбардировочной авиации БЛИЦ Олег Левый. Вот. Ну, спасибо, хотя бы ты один сегодня здесь представляешь категорию летчиков-испытателей, которые вот хотели, особенно милевцы. Ну, правда, их большая делегация была на прошлом концерте. Ну, вот сегодня собирались, а вот раскидали их. Поэтому тебе делегирована эта песня, вот, а ты уже там всем остальным. Сегодня, в этом году очень такая серьезная дата, 100 лет Государственному летно-исследовательскому испытательному центру в Ахтубинске. Вот, будут большие мероприятия именно там, в Ахтубинске. Ну, надеюсь, что я туда полечу, по крайней мере, как бы предварительно вроде как бы согласовано это все дело. Но это уникальная, скажем так, если можно так сказать, с позволения воинской части, уникальная организация, где учат самолеты воевать, летать и так далее, вот уже на протяжении действительно 100 лет. Причем, ну так по архивным данным, это все начиналось вообще в царское время. Ну а в этих людях? В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а не будто школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз, играть с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам их горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек, когда останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их.
Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Края наставлений ходим, вот еще тот край найти. Чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать: лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, и в лебедя утенка смог как в сказке превратить. А после детей новые, которые сильнее и умнее, строптивые, рисковые, нет вновь для нас родни. И снова непослушный класс перед уроками прийти. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам и горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Летать и работать их учат. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Я еще раз скажу, Олег Левый. Ну, хотя бы один, он сегодня представляет летчиков-испытателей. Кстати, привет от Филатова и всей этой огромной компании вашей. Привет, да. Нет, вам привет. Вам привет. Они неделю назад у меня были все на концерте в Минске. Ну, насколько их можно было. Они из Украины приехали, из Москвы и Беларуси. Вот. То есть ваш выпуск. Вот, ну, возвращаясь, опять же, к тем моим друзьям, которые сегодня приехали из Кубинки. Мужики, спасибо, что приехали. Мы землю оттолкнем, и небо снова обнимет нас своими облаками. Мы верим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово. Пусть метео нам тучи обещает, оставим снизу все дожди и лужи. Изнанка туч всегда светла снаружи. Нас небо солнцем как родных встречает. Тут жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом, ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали, ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах инверсий росчерк, там мирный ГВФ сквозь дни и ночи несет людей в Анталию и Сочи. А мы, как в школе, тренируем почерк, выводим в небе тексты сочинений, фигуры пишем, а точнее
пашем. И где-то снизу смотрят дети наши. Наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Влюбленность в небо, ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле, вычерчивая, строим. Местами землю с небом поменяем. Но мир там не изменится, узнаем. Мы видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах. На честь свою мы в грязь не уронили. Пусть те, кто снизу свой кусок схватили, зато у нас есть небо. Мы здесь дома, не будет в нашей жизни по-другому. Влюбленность в небо, ты, земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждый сушкой или мигом. И кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. Нас не сломали, как нас не бросали. Ведь было время, крылья нам вязали. Но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. По небу. Никогда не забуду фразу, которая прозвучала когда-то здесь уже, наверное, лет 7-8 назад. Примерно вот при таком песенном раскладе вдруг раздался такой встревоженный голос. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Есть у меня сегодня здесь немало друзей, опять же, из вот этих винтокрылых, или как, допустим, эти летающие самолетчики, их называют вертикальными. Вот. Ребята, спасибо, что пришли, дорогие мои. Я, говоря вот, ребята, вы поймите, здесь сидят люди такие, которые, ну и постарше меня, они очень близкие мне люди. Вот, если я их так называю, это очень по-дружески, потому что они мне дороги. И то, что прошли они, наверное, невозможно было повторить другим. Ласточки летают над землей низко, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко,
это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит. Мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, в той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодила ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень не из робких. Обложился лентами в коробках пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурь кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Та-та-ра-па-пам, та-па-ра-па-пам. Словно 100 разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость. Мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки. Словно в танце кружим и мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти водила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Браво! Спасибо. Я, наверное, не успел всех увидеть, но очень близких два мне дорогих друга. Александр Николаевич Алешагин, Сергей Викторович Косяков. Ну, поаплодируйте этим прославленным полковникам, двух ведомств, авиационной гвардии, армейская авиация. Люди, которые ни одну войну прошли. Смотрели, ну, если сказать смерти в лицо, это будет даже немножко так деликатно сказано. Надо же так, вот сегодня мне раздается звонок один, тоже вот от одного известного вертолетчика, он говорит, ну ты же прилетишь на юбилей в Сызрань?
В этом году 80 лет прославленному Сызранскому высшему военному авиационному училищу летчиков. 22 мая, да, надеюсь, соберемся. И, собственно, ну, продолжая эту тему, вот, да, эта песня, которую вы все знаете. Ну, кстати, премьера состоялась именно там, на 70-летие, 10 лет назад. Там была какая-то такая концертная программа местных артистов и так далее. А я работал от телевидения, но я без гитары не езжу. И там был Царство Небесное Виталий Егорович Павлов, а он уже эту песню услышал. Там, мы с ним сидели, там, скажем так, в приватной обстановке. Он, ну а ты же ее споешь тут. Я говорю, Виталий Егорович, я в концерте не запланирован. Тут есть музыканты, артисты и так далее. Ну, в общем, в итоге Виталий Егорович выпихнул меня на сцену, убедив всех, что это надо, и тогда вот эта песня до первого раза прозвучала. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе, на износе, я Ми-8. Я вернулся. Кто скомандовал мне вольно, нахватал я пулю довольно. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, не зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что они разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. В салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Спасибо.
ровно две недели назад, у меня было два концерта в Питере, я прилетел из Минска, это было 6-7 февраля, 8 я улетел на Дальний Восток, 9 вот две недели назад я прилетел в Благовещенск. Несколько знаменитых товарищей и незнаменитых моих друзей сказали: ты что, с ума сошел, куда ты прилетел? А оттуда, когда звонили, говорят: ну ты так что, ты к нам прилетишь, не страшно? Ну просто да, там граница с Китаем закрыта и так далее. Там, ну, могу на эту тему долго рассказывать, какие у меня были проблемы. Я перед этим приболел и думаю, если я прилечу в Благовещенск, у меня поднимется температура, я полечу обратно. Меня в Москве на рамке, значит, с тепловизором просто снимут и: привет, товарищ Анисимов, спи 14 дней на карантине, отдыхай и прощай Минский и вот этот концерт. В общем, это, конечно, было так. Ну, к счастью, все нормально закончилось, да. Но вот за долгие годы я дал второй концерт на авиабазе «Украинка». Браво! Я, причем гораздо, ну, гораздо чаще туда летал, именно в Благовещенск, но там люди, именно вот в Серышево, они работают. Они редко сидят на земле, они летают туда, в Тихий океан. Вот, они нервируют очень сильно Японию, они все время там где-то там крутятся, японцы все время там, ну не все время, но часто говорят: вот, русские эти, российские медведи зашли в наши территориальные воды, в наше воздушное пространство, наши говорят: да нет, мы тут совершенно там летали нормально. Они возмущаются, мы радуемся, вот. Ну и, конечно, не мог я не спеть эту песню, да, ну просто действительно приятно было, что я приехал, и у них именно, у них было предполетное, на следующий день полета, и они вот собирались. Концерт на час позже начался, потому что там эта железная дорога, это, ну, Транссиб. Я понимаю, что звезда Анисимов должен выйти на 5 минут позже начала концерта. Я шучу, конечно. Вот. Но я вышел через час, потому что замкомандира дивизии говорит: слушай, они там все стоят на переезде, эти поезда ходят, переезд не открываются, они не могут сюда приехать. Вот, и в конце концов, конечно, мы спели. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет. На исполнительном молитва, все по карте. Винты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор. А все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только не на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Ну там Тихий океан летает. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали фуянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом и чуть не в блистер нам крылом. Такие борзы, как правило, из штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик: я вижу, командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит, я врал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт.
не уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить между собой, когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем бонус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если б дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон, домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи, идут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Ну вот я полетел в Благовещенск, а, собственно говоря, ну, конечно, вот это выступление в Серышево, это просто, ну, если я уже прилетаю в те края, я говорю, давайте-ка я там ребятам спою, ну, если это получается. А вообще приглашали меня люди из такой авиакомпании, Петропавловская авиа, она, авиакомпания при золотодобывающем холдинге Петропавловск, и приглашали, ну, первоначально это выглядит, ну, звучит странно. Выступить на 90-летие гражданской авиации Дальнего Востока. И, в общем, ну, действительно, а 9 февраля – день гражданской авиации России. Я когда прилетел на С7, выхожу, девчонки стоят, стюардессы, я говорю, девчонки, с праздником, они, а какой праздник? Я говорю, ну, я как-то больше в военной авиации, у вас сегодня, говорю, праздник, день гражданской авиации России. Ну и вот, и я когда в интернете там как-то это светилось, что я выступал вот именно на этом мероприятии, мне звонит один товарищ и говорит, а что ты там гражданским-то пел вообще? Ребята, тем гражданским, которым я пел, они если сложат свои ордена в ведерко, то ведерко не хватит. Это, ну, авиакомпания, где работают в основном, ну, практически не в основном, а вертолетчики. Вот, возглавляет ее Михаил Степанович Сычнюк, это 4 войны. И, в общем, он собирал туда всех, кто с ним воевал и в Афганистане, и на Кавказе. И, в общем-то, действительно, это очень заслуженные люди. И поэтому я давно с ними дружу и езжу, всегда летаю туда с большим удовольствием. И пою, конечно же, военные песни. Вот. Но одна песня такая гражданская, она родилась именно благодаря им. Я ее здесь неоднократно пел, но вот именно они были виноваты в том, что она появилась. Это история 6- или 7-летней давности, которая потом обрела свое продолжение именно в этой песне, которая называется «Седьмой». Человек предполагает, а Господь располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то, мы кладем в виражик вертолет. Как 100 лет назад в Афгане, в правой чашке друг мой Ваня, между нами Саня бортовой. И усталость стрекозою над бескрайнею тайгою, мы же жим и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки и танки, можно жить и на гражданке, главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы, ведь не всю же жизнь нам воевать. Снова пашем сверхурочно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы среди елок богом брошенный поселок, домики, как бабушки-яги.
Ветер сильный на посадке, не впервой нам все в порядке. Быстро фельдшером яснишь потом, что аппендицит случился, парень вон в живот вцепился. И девица тоже животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный. Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод наборным званей принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко тех мальчишек, что по волку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как 300-й, тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полет. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде. Может, нас когда-то поменет. На сносях у нас девчонка голосит, ну так уж звонко. Саня быстро что там доложи. Командир, отходят воды. Прилетели это роды. Мы ж не проходили дренажи. Девка в воздухе рожает, нас за светки окружают. Бедный фельдшер проглотил язык. Примет Санечка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно: мужик! Та-ра-та-та-ра-там, па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-па-па-па, мужик! Та-ра-та-та-ра-там, па-па-па-па-па-пам, та-ра-та-ра-ра-та-ра-пам. Работяга наш Ми-8, от грозы нас всех уносит. Снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, а судьба располагает. В этой жизни абсолютно все. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело 7. Вылетали точно трое, нас умножили на 2, а в итоге прилетело 7. Та-та-та-ра-та, па-па-па-па-па, та-та-та-ра-ра-ра-ра. Вот седьмой ряд, ну мужик, та-та, па-па-па-па-па, та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра. Что-то как-то время летит, да? Ну ладно, такой гражданской песни тогда уже к военной, совсем военной. Воздух как в быстром расплавленном обратились тысячи бегства. Под завязкою заправлено и подвешены все средства. И летит сирена воя! Опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира. Миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верха большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, чтобы мне время на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где там небеса? Мы троим адреналина добавляет неизвестность. Мы жалея керосина, я облизываю местность.
где-то рядом неприятеля. Мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключим тех, кто снизу. Напоследок огнем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом. Как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах. Где-то в небесах. Живы, оба не убиты. Хоть по мне лупили точно. И орёт им читалиты, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечо к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся. Но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса, что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах, где-то в небесах. Где там небеса? Перекур! Но мне уже там все не говорили. Диски ваши у всех есть, но тем не менее они там продаются, если чего. И в общем, ну, сильно не разбегайтесь, мы дальше будем петь.